Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами играем в Ori and the... Виллидер иль Вихтер, Шпильстартен, Бауспице. Да ладно, я прикалываюсь, мы, конечно же, будем играть на русском. Короче, у нас с вами задание. Мы должны покорение высот замутить, а потом уже пойдем вот сюда. Собственно, задача-то максимально простая. Мы просто кидаем эту штуку. Опа, запарываемся. Оп! О, май гад! Опа! Вот каким-то таким образом я освоил этот трюк. Он прекрасен. На бы, кстати. Вот что нам нужно. Ага, 4 ключа, и мы сможем пройти... Что это такое? О! Босяра! Западня! Только не это! Погодите, ну это ж не такой прям страшный босс. Можно же на него и подзабить, да? Или нельзя? Во! Может так ему хорошенько навалять. А вот и нельзя. Поскольку... Блин! Повыше. Во! А зачем вот эти штуки крутятся здесь? Блин, отстой. Придется бить его как есть. О! Давай, сзади, 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 сзади. Почти, почти. В принципе, не такой сложный ты босс. Это даже боссом трудно назвать. Так, лошпедина. Нет. О май гад. Стоп. Быстрее, 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 быстрее. Под задницу навалять. Это вот сделали. Теперь в обраточку кинули. Отшвырнули его туда. Немножечко так всадили. Все. Опа, еще один. Да что происходит? Ладно, здесь все максимально просто. Их двое! Фу, как я выбрался оттуда невредимым! Сейчас они синхронно ударят. Да блин. Что-то плохо. Плохо дело. Блин. Найн! Найн! Один удар, и мне крышка. Надо добить. Надо добить. Неужели заново? Вот так. Хорош. Есть. Первого слили. Что это были за выстрелы, Евгений? Куда, куда он стреляет? Не понимаю. У меня же вот курсор. Уп. Ну ладно, ну ладно, все, нормуль. А, аккуратней. Нам нужно выше, ну конечно же. Тихонечко. Ой, подсрачник себе заехал. Опа. Аккуратненько, ладно, у нас жизни в принципе много. Ошибка допустима. Нам надо еще выше. А тут уже ветер все не дует. Как вы думаете, это последний выпуск? Все, нас ждет босс? Да я не хочу, я не хотел. Я хотел делать отскок. Вот такой отскок. А, ну здесь-то мы знаем, что делать. Далее что у нас? Ага, снова можно подпрыгнуть на этой штуке. Опа. И поехали вверх. Блин, как весело. Смотрите, мы здесь. Мы здесь. Мы здесь. Может быть, сейчас будет какой-то босс. Это что за дерево? Похоже на сакуру. Очевидно, что здесь не было такого холода раньше. Сейчас крик прилетит, да? Вот он. Смотрите, сразу вьюга прекратилась.
пучки соединились. А вот и наш друг. Красота. Они на реке сидели и думали, что можно сделать еще эпичнее, чем сова стрёмная. Надо сделать сову-мутанта. Быстрей! Вот бы Баурам нам помог. О, май... Ты чё? Он не бежал. А. Вот как можно было это предвидеть? Хорош. Пока могём. Кацануло меня. Фух, хоть не убило. Евгений среагировал. Среагировал как батька. Давай. Кошмар. Какой ужас. Есть! Давай! О, у меня же есть эта штука, которая нас ускоряет. Уйди! Нет! Куда я... Считается? Нет. Это слив, да? Открой глаза, маленький дух. Уже все хорошо. Память леса пробудилась, а вместе с ней и я. Я уж подумал, что ты сгинешь в сугробах. Теперь в пределе вновь наступит весна, хотя обрадуются ей не все. Крик как раз одна из таких. Я видел ее в страшном сне. То есть все-таки я правильно сделал, что упал. Но там же вроде как можно было и в другую сторону. Да, вот дальше пройти. Мне так показалось. Она рождена из пыли. Когда мир погрузился во тьму, она расправила крылья. Как такое могло родиться? Смотрите на перья. Прям как у этих совят. Как у Куро. И вот ее тоже становится жалко. Короче, тут всех жалко. Какая бы тварюга ни росла, жалко ведь. Что она с самого рождения сирота. Ее не примут сейчас, да, как гадкого утенка. И она прониклась ненавистью к детишкам, получается, поэтому она убила нашего друга, нашу подругу. Она вновь обратилась в пыль. Этот кадр что-то особую грусть у меня вызывает, вот на это смотреть. Ее сердце камень, оно не проснется. А лето прошло и уже не вернется.
Но благодаря тебе, дух, на смену ему придет новое лето. Я видел это во сне. Вы нашли новый огонек памяти леса. Максимальный запас жизни и энергии возрос. Господи, Баур, что-нибудь еще скажешь? Во сне ко мне приходил Квалок, великий хранитель. Он был не просто хранителем Моки и своих топий. Он был жизнью, что текла под их корнями, мудростью, что направляла их в воду. Он был для Моки как отец, и его не забудут. So good! Короче, нам теперь надо вернуться. Нам надо дойти до ближайшего телепорта, который вот находится. И переместиться вот сюда. Не, сначала сюда, потому что мы нашли семечко. Я хочу понять, что мы вырастим сейчас. Здоров. Надеюсь, тебе понравилась моя избушка. Ты только представь, как здесь было хорошо до метели. Постой, что? Это семя? Семя цветка пружинки? Оно все это время лежало здесь, в холодной пустоши, но выжило. Разве это не чудо? Семя совсем крошечное, но как оно цепляется за жизнь? Хочешь взглянуть на то, что выросло из крошечного семечка? Да, конечно, хочу. Тогда приступим. А, пружинки. Ай, как удобственно. Не надо переживать, что невзначай наступишь на цветок-пружинку. Это хищное растение, но ест оно очень редко. Я и сам всего раз такое видел. Ничего страшного. Блин, оно хищное. Неожиданно, да? Кто бы мог подумать? Окей, куда мы можем добраться-то теперь? А чё, мы не можем запрыгнуть выше? Ну-ка. Во. Смотрите, какие чудеса открываются перед нами. Чья хатка? Чья это хата? Знаете, у меня сейчас какое-то странное ощущение, ассоциация была с игрой Fez. Помните такую игру? Там тоже можно было вот ходить по всяким местам, решать головоломки и в то же время входить в чужие дома или здания и смотреть, что там. Зачем нам сюда надо? А, ячеечка энергии. Кстати, я угарнул, как многие из вас... не многие, конечно, но некоторые начали писать, что, мол, когда я сделал... аватар превьюшку на предыдущем выпуске с медведем, вы все подумали про Long Dark. Честно, у меня было такое ощущение, что вы можете так подумать, что это Long Dark. Но тут же реально речь шла о медведе. Я не закладывал вот именно этот посыл. Это был не кликбейт ради кликбейта. Смотрите, Моки. Повезло тебе. Обычно за супом длиннющая очередь. Иногда аж до жилища грома дотягивается. Но супчик-то от того стоит. Он такой горячий и наваристый. Какой супчик? Это прядище. Ну откуда у тебя? Они ведь растут только на скалах. Там очень опасно. А собирать их надо при полной луне. Зато с ними я смогу сварить самый вкусный суп из болотных моллюсков. Болотные моллюски оценят. Пряный суп. Вы нашли новый предмет для задания. Деликатес Моки, приготовленный из болотных моллюсков. Ты меня, я тебя. Задание обновлено. Найдите того, кому нужен горячий обед. А кому нужен горячий обед, я не помню. И куда это нас... А-а-а, блин. Игра хочет, чтобы мы в итоге это сделали. Ладно. На обратном пути разберемся, кому там нужен горячий обед. Давайте, отпрыгнет пусть. Вот так. А, вот жаровня. Сюда надо было, да, привезти его. Пробуем снова. Секунду. Надо. Теперь вот сюда. Получилось.
Ай, замечательно. Что здесь? Есть. Катализатор. Вы получили новый осколок духов. С ним вы можете превращать урон в ближнем бою в энергию. Я казуальный игрок. Что-то мне не хочется заниматься этими прокачками. Мне не особо помешает это играть, мне кажется. Получается, я решил не ту загадку. Ну, ладно. Ах ты, чё... Да. Икота. Чёртов слизняк. Слизняк, точнее. Слизняк, господи, Евгений. К счастью, я уже прошаренный в этом. Ни один слизняк мне не навредит. Ой, навредил. Но это взрывная волна, это не считается. Ау. Все собрал? Нет, еще вон там. Аккуратненько. Аккуратненько. Где-то тут-то? А, там. Я даже не знаю, что мы сейчас найдем. Уйди. Куда мы там? Нет. Активировать пьедестал. Активировали. Награда за испытание. Ура! Ну, мы открыли этот секрет. Я на самом деле думал, что мы зайдем сюда, и там будет новое древо духов, и мы что-нибудь крутое найдем. А, нетушки. Гром, мы с тобой ничего новенького построить не можем? Говорят, за снежные вершины пришла весна. И всего-то надо было позвать на помощь одного маленького духа, да? Вот бы еще кто-нибудь прогнал пустынные ветра из земель моего народа. Будь у меня горликов руда! Да, конечно. Нету. Мы здесь, возле входа. Да, триггер активирован. Все, мы все нашли. Ори, вот мы и на месте. Здесь сокрыто сердце леса. Лишь свет его духов может отворить то, что давно закрыто. А что там изображено? Кто это? Вон он стоит, встречает нас. Похож на султана какого-то, да? Лишь огоньки знали, куда идти дальше. Чтобы возродить то, что потеряно. Мы вошли. Мы развалины ветров. И здесь непонятно что. Нет карты. Испугался. О, как красиво, блин! Да чего красивая игра? Вот кто ее сотворил? Где бы мы ни были, таков порядок вещей. У каждого древа духов есть свет, а у каждого света есть древо. Угу. Они живут в равновесии. Свет ничто без своего сосуда. На самом деле, свет и правда ничто. Хотя нет, как так ничто? Его уж точно не видно без чего-либо. Он должен на чем-то отразиться. Но он уж точно ощущается как тепло. Вот эти фонарики здесь вот вроде как не особо нужны, но, мне кажется, это предыстория, друзья. Мне кажется, это на обратный путь, чтобы нам. Но свет вечен, а жизнь древа рано или поздно подходит к концу. Когда ива состарилась и с ее ветвей облетели листья, она больше не могла беречь свой свет. Он разбился на части, и мы стали лишь крошечными огоньками былого света.
Странно, что в этой части свет нам не решил помогать, да, Пучок? Что, все? А, еще вниз можно. Погодь. Погодь. Тут что-то надо замутить. Можно разломать. Ух, как интересно. А, вот, точно, я что-нибудь заметил. Опа, все Ори. Из-за упадка сильнее всех пострадали дети Ивы, духи Нивина. Мир попал в плен тьмы и разрухи. Духов не стало, и казалось, что все потеряно. Но! Нужно какое-нибудь но, пожалуйста. Это мы. Но с твоим появлением в этот мир пришла надежда. Она позволила нашим глазам видеть во тьме. То есть это изначально было предначертано. Она напомнила памяти о том, что позабыто, и вернула нам силу, когда мы ослабли. Так исцеляется мир. Так все вокруг повторяется. Мы, короче, просто завершаем цикл. Или начинаем новый цикл. И почему у истории Ори есть такой восточный оттенок? Это странно. Почему здесь именно зарыта информация? Почему тут храм этот есть? Горлики-строители знали, все, что сломано, можно починить. Здесь они сокрыли сердце леса. Самый нежный и хрупкий огонек. А, ну понятно почему. Мы чувствуем, что оно рядом, Ори. Свет вновь станет целым. Не сомневайся, мой добрый, славный Пучок. Опа. Прыщ. Сюда, да, получается? Как-то так. Сейвка. По-моему, сюда можно зайти. Нельзя. Но можно в ту сторону. Ща быренько. А, хрен бы там. А это кто? Это какой-то шаман-горлик, да? Вот он, сердце. Он сердце. Евгений умеет говорить. Когда Ивы духов не стало, мой свет едва не угас. Теперь я снова цел. Он что, превратился в кусочек бабла? Я Сейр. Ива ждет нас, Ори. Пора идти. Но единственный путь к ней... Ха-ха-ха-ха! Дрожь земли, здравствуй! Куда? В какую? Будем считать, что сюда. Сюда, май гад. Май гад! Май гад! Да блин! Скорей! О, больно! Ничего! Да боже мой! О, май гад! Быстрей! Быстрее спасись, Ори! Я тебя прошу! Черт!
Пробуем снова, друзья. Второй раз точно должно получиться. Где-то слыхано, чтобы Евгений не смог второй раз. Уже маршрут ясен. Вот здесь надо упасть так, чтобы ускорение вперед не слить. Она нам вот здесь пригодится. Ныряй. Умничка, Ори, ты мой... Ты мой умница. Давай на платформу. Ага. Вижу синий цветок. Вижу шарик. И еще один. И еще один. Есть. Мы все? Мы не все. Чик. Нет, вниз. Что, куда? Какая сволочная, блин. Давай, ускорей. Блин, какой накал. Цветок, спасите, прошу. Да сколько можно от него бегать? Да сколько можно от него бегать? Да, есть. Нет. Блин, вот это было, да. Самая длинная погоня за всю историю Ори. Интересно, будет третья часть? Она будет еще больше. Погонь. Алло. Все, можем идти. Спасибо, Пучок, что помогал мне активно. Фу, у меня сердце колотится. Такой накал. Вот и она, Ори. Ива, мать света. Путь нам преграждает. Я не дочитал субтитры. Свет воссоединился, сэр. Максимальный запас жизни и энергии возрос. Смотрите, какое огромное количество энергии и жизни. Блуждающие огоньки. Верните сэра к Иве духов. Мы-то с вами сейчас вот аж где. Раму конец. Надо вот сюда. Правильно? Он здесь? Да. А, нет, это не то. Ниже чуть-чуть. Вот сюда. Как вам может... Не вам, а вот некоторым, кто пишет иногда в комментариях, что, о, игра отстой, неинтересно... Ну, может быть, и неинтересно смотреть на видео, я могу это понять. Но, блин, она такая прикольная. Вот в нее уж точно мне кайфово играть. И кайфово этим с вами делиться. Ой, как мне теперь? Вот как-то так, да? Сейчас. Вот так. Во. Я не могу. Надо с другой стороны пройти. Через песок. Тварюга! Ну мне жалко эту штуку, не знаю, я не хочу, чтобы ее убивали. Нет, 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 погоди. Просто ей леща дали, чтобы она поняла, окстилась. Нет, слишком много гнева и ненависти. И пусть мир откликнулся ей добротой. Все же ее сердце было сковано тьмой. Окей, пойдемте. Я помню это место.
Мы здесь. Здесь это где? Новое место. Нам надо вот теперь сюда донести. Плачущая гряда. Удерживайте shift, чтобы перемещать предметы. Это... Нет, это так. Воу! Может... Вот так ему кинуть. Воу-воу-воу! Черт! В принципе, у них нет щитов. Мы можем просто в них пулять. Что это было? Что это было? А чем? Он тоже чем-то пуляется? Ты что, маг? А, нифига. Надо ему в ответочку кинуть. Не могу зацепиться за него. Окей. Ладно. Так, этот щитом. Я не могу... Блин, перепрыгнуть. А, вот таким образом можно сделать. Вот. Таким образом мы избегаем уж точно ударов. Оп. Черт, сейчас сдохну. Ненавижу лифты в играх. Вот такие вот, знаете, когда ты вынужден отражать волны. Давай, будешь бить? Мало хп. Давайте-ка восполним. Есть. Давай, давай, давай. Один готов. Наконец-то. Все. И сейчас будет их трое, да, теперь? Да чтоб тебя, ну кто? Ну. А-а-а. По-моему, надо сваливать. Сейвка. Что это? А, блин! Ай, блин! Черт! Как? Да что ж такое? Смотрите, куда мы можем пойти отсюда? Можем пойти вниз. А надо ли нам? Непонятно. Но наверх уж точно мы не попадем. Никак. Тогда идем сюда. Новая способность. Я знаю, что это за способность. Вот теперь мы сможем вверх, да, подпрыгивать, как супермены. Вы освоили новое умение. Пуск. Привяжите его к кнопке E или R. Удерживайте Q. Используйте... Ага. Давайте попробуем. Да. Только он здесь немножко иначе выглядит. Ну, нам, видимо, дальше. Ох, как прикольно. Да, он здесь гораздо более продвинутый. А мы в любом месте отсюда можем? Можем. Тут мы просто секретку увидели. Ну ничего. Прикольно, что можно даже с полета это сделать. Ну-ка давайте. Оп. Это что такое было? Сейчас. Погодите, я так понял, что мы не расходуем с вами ману. Да чтоб тебя. Я думал, можно будет оттолкнуться от этой бомбочки.
Нифига. Стоп, мы взяли? Да, мы там уже все взяли. Не туда. Есть. Руда. Нам все равно не хватит. А, надо вернуться. Мама, мама, мама. Выше. Да вот что это я сдох? Что это я, блин, сдох? Вот. Вот сюда. Так, что мы можем? Нам надо немножко подзарядиться сначала. Жалко, нельзя несколько таких раз делать. А может быть нам использовать сначала огонек, а потом эту штуку? Типа, вот мы стрельнули. Нет, надо его подзарядить чуть-чуть. Так. И еще. Вот как мне? Да, как-то так. Фу, сложная связка сейчас будет. Так. Нет. Что-то неправильно делаю. Вон! А, может, мы же там можем зацепиться за стенку, точно. Так. Вот. Как я тут застрял? Это что такое? Фу-ху-ху. Вот, чуть повыше. Нет. Ха-ха. Есть, выжил. Выжил. Что можно сделать? Давайте себя залечим. Все. Мы здесь? Мы в самом сердце? Окей, гоу, что это такое? Че, игра зависла? Конец был уже близок. И все пути вели к Иве Духа. Ай! А мы про них и забыли уже. Ивовый тупик. Эта локация напоминает... В первой части была вот эта гора, только там была лава. А здесь не лава, это что-то другое. Это кислота. Но очень похоже. Давайте подстрелим. Вот немножко, да. Я так понимаю, нам только в эту сторону и нужно. Ой, ой. Нет, нужно в другую сторону. Вот сюда. Осторожней. Угу. Следовало догадаться. Не стоит пытаться через эту штуку идти. Наверх. А. Да я сейчас подохну. Есть. Надо бы себе как-то подлечить, было бы очень здорово. Вот здесь надо подгадать момент. Плохо. А-а-а. И вот как быть здесь? Нет, надо изначально хорошо прыгнуть. А это я говно прыгаю. Оп. Вот, все, смог. Есть.
целом подзаряжаться не нужно. О, чекпоинт тоже был. Опа! Как-то так. Приходится надо жертвовать хпшками, чтобы немножко оттолкнуться. О, есть. Погодь. Это что-то плохое. Кака. Да, мы сейчас постепенно освободим его от этой жижи. О! Прекрасно. Неужели сейчас будет еще одна? Нет. Больше ячейки нет. Вот, смотрите, здесь еще какой-то телепорт есть. О, блин, куда нас? Прям в рожу нам взорвалось. Есть! Ну ладно, хоть так, хоть так. Что за фонарь? Ты каким-то образом здесь оказался. Нажмите И, чтобы с Люпа поговорить. Люпа, ты чё? Вот мы здесь, под корнями Великой Ивы, что когда-то вдохнуло в этот край жизнь. Я ведь не знал, Ори, не знал, что упадок добрался до самого сердца Нивина. А теперь вижу, Ток не зря волновался. Обычно даром не работаю, но раз такое дело, на этот раз отдам карту бесплатно. Благодарю. Это хорошо. Итак, у нас... что это? Что это за знаки? Это вот эти, где нужно будет убить. Да, это где нужно будет взорвать вот эти вот наросты. Очень-очень много мест. Раз, два, три, четыре, пять, шесть еще. Ты меня не обрадовал, честно тебе скажу. Думаю, нам есть смысл сначала вниз гонять. Стоп. Вот это хорошо. Сейвка. Что ж, друзья, на этом мы с вами закончим. Осталась последняя серия, я так понимаю, Ори. И всю эту серию мы проведем с вами вот внутри этого загнившего дерева с серной кислотой. Огромное всем спасибо, что смотрели. Остался, видимо, последний выпуск Ori and the Will of the Wisps. Не знаю, будет ли когда-нибудь третья часть, но если будет, мы в нее, конечно же, погамаем с вами. А пока наслаждаемся максимум этой игрой. Всем еще раз спасибо, с вами был Юджин. Не забывайте лайкать, комментировать, подписываться и сделать вообще все, что угодно, чтобы этот видос попал в топы мировые. С вами был Юджин. Всем пять!